В Баку стартовал турнир большого шлема по дзюдо имени Гейдара Алиева. Соревнования в городе на Каспии с потрясающей архитектурой и живой культурой официально открыли представители Международной федерации дзюдо и властей страны. Местные поклонники болели за своих героев и принимали участие в мероприятиях, организованных Национальной федерацией. В весе до 48 килограммов итальянка Асунта Скутта, номер один в мировом рейтинге, встретилась с любимицей бакинских трибун Лейлой Алиевой. Несмотря на упорную борьбу, азербайджанская спортсменка уступила итальянской суперзвезде, которая прекрасно отработала в партере. Церемонию награждения провела заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Марьяна Васильева. Победить, несмотря на усталость, отличный результат для меня. Это означает, что я совершенствуюсь. Я очень рада золотой медали. У мужчин в категории до 60 килограммов Рамазан Абдуллаев одолел Гамзата Заирбекова. За примененную технику удержания он был удостоен оценки Вадза Ари. После схватки на татами соперники и друзья обнялись, показав, что такое спортивный дух и ценности дзюдо. Медаль вручил вице-президент Федерации дзюдо Ласло Тот. В финале категории до 52 килограммов сошлись японка Кисуми Амори и олимпийская чемпионка из Косово Дистрия Красничи. Напряженный поединок перешел в Golden Score, где тактическая победа досталась представительнице Японии. Спортсменок наградил генеральный директор Федерации дзюдо Влад Маринеску. В весе до 66 килограммов местные болельщики возлагали большие надежды на Ешара Наджафова. За золото с ним боролся Такеши Такиока. Но мощный бросок-подхват ультимата обеспечил победу представителю Азербайджана всего за 13 секунд. Ликующая публика получила то, что хотела. Спортсмена наградил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев. «Я хотел завоевать золото, потому что выступаю в родных стенах, и мне это удалось. Азербайджанцы любят дзюдо, вся страна смотрела поединок. Благодарю всех за поддержку». В заключительной схватке первого дня Нора Гякова из Косово продемонстрировала преимущество над грузинкой Этери Лепартельяни. Свою медаль она получила из рук главного судейского директора Федерации дзюдо Флорина Даниэля Ласкау. Азербайджанские дзюдоисты подтвердили свою репутацию одной из сильнейших сборных. Во второй день «Большого шлема» награды оспорят представители средних весовых категорий. Не пропустите захватывающее дзюдо.